Кто только не строит саратовские дороги. Общественники провели рейд по дорожным организациям. Впечатляющие результаты представили на заседании членов общественной палаты. Оказалось, что у большинства компаний, которые выиграли тендер на ремонт дорог, полностью отсутствует материальная база. Либо организация работает не по профилю, например, вместо дорог строит дома. Более того, эксперты столкнулись с несоответствием места расположения. Например, общественники не смогли по юридическим адресам найти такие компании, как «Саратов Автодор» и «Стройдорсервис М». По мнению экспертов, нужны изменения в законодательстве, где необходимо четко прописать требования к компаниям-подрядчикам. В 44-м законе в основном поставлена во главу угла это ценовая политика, электронный аукцион и цена. Кто ниже, тот и выиграл. И неоднократно обращались в законодательную власть с тем, чтобы изменить 44-й закон, который не позволяет качественно отобрать подрядчика. К тому же, отмечают эксперты, при плохом ремонте дорог наступают гарантийные обязательства. А тех компаний, где нет базы, техники, привлечь к ответственности невозможно. А ведь до конца года должны привести в порядок 20 участков дорог и направят на это более 720 миллионов бюджетных денег.